все, все. Все хорошо. Привет, маленькая. Цири! Как же ты похорошела. Что стоять? Пойдем поздороваемся со всеми. Вы ничуть не изменились. Все. Такими я вас и запомнила. Что? Сестричка! Те, кого ты просил о помощи, уже здесь. А Валак отдыхает в башне. Ему все еще плохо. Нечего тут стоять. Заходите внутрь. Я чертовски рад вас всех видеть. Может, я оставлю вас на минутку? Трис, успокойся. Нет, нет. Вы наверняка соскучились, а лишняя минута ничего не изменит. Нет, лучше пойдем сразу. Нас уже ждут. Ян, ты знаешь о дикой охоте бой? Рад тебя видеть. Жаль, нет Виги и Фолана. Жаль, нет Виги и Фолана. Нас слишком мало. Это будет тяжело. Ты нашел ее! Все инструменты прихватил. Я подумал, что перед битвой нужно будет наточить мечи и заклепать доспехи. Хорошая мысль. Спасибо, Золтан. А еще я собираюсь изготовить мое особое средство. Махакамскую смесь. Очень хорошо взрывается и очень помогает при осадах. Можешь что-нибудь сделать для меня? Ясное дело, если у тебя есть схема. Поговорим позже. Надеюсь, этот газ поможет. Волк? Она одна из нас, Геральт. Мы не позволим ее забрать. Ну что, получается? Чертова рухлядь. Она немногим младше Весемира. Эскин. Здравствуй, Волк. Эскин. Не мешай, я готовлюсь.
Слушаю. Благодарю, что приехали. Не за что. И, кстати, ты, кажется, забыл меня пригласить. Лучше не извиняйся, Геральт. По дороге она уже все высказала мне, и ее немного отпустила. Нас, правда, будет так мало? Главное не количество, а качество. Ведьмачий подход. Он оправдан при охоте на чудовищ, но не в настоящей битве. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Мы пойдем. Я хочу получше осмотреться. Локоть выше. Он и так высоко. Ты его всегда заваливаешь, когда отпускаешь тетиву. Кроме того, у горящих стрел совсем другая. Собирай всех, начнем совет. Спасибо, что вы здесь. Дикая охота может появиться в любую минуту. Они придут за Цири, но мы их остановим. С чего ты вообще взял, что охота появится? Они всегда знают, куда я телепортируюсь, и могут моментально переноситься с места на место. И какой у нас план? Нас мало, но положиться можно на каждого. Если будем действовать сообща, мы победим даже охоту. Для начала Йен окружит крепость магическим барьером. Им придется телепортироваться снаружи. Если они рассеются по лесу, можно устроить охоту на маленькие группки. Ну вот, у нас уже есть первый доброволец на вылазку. Я второй. Всадники попытаются проникнуть за стены через порталы навигаторов. Поэтому ваша задача во время вылазки — найти и закрыть как можно больше проходов. Ламберт, приготовить нам 2 меритовые бомбы. Ты формулу-то еще помнишь? Ясное дело. Отлично. Знак Ирден тоже должен действовать на порталы. Кроме того, я дам вам по амулету. Разломав такой амулет, вы станете невидимы. По крайней мере, пока стоите или не делаете резких движений. То есть вы сможете тихо подойти к врагу, но в бою вас сразу увидят. Кроме того, вас можно будет почуять или услышать. Так что если нарветесь на большой отряд, не нападайте. Дайте сигнал Трис, и она вам поможет. Я буду следить за вами. Как только дадите мне знак, я обрушу на лес огненный дождь. Помните, что нас мало, и мы должны помогать друг другу. Если что-то пойдет не так, дикая охота загонит нас в оборону. Нам придется отступить к воротам крепости. Внутренний двор — последняя линия обороны. Если не остановим их здесь, все кончено. Самое главное для нас — Цири. Это за ней гонятся всадники. И мы должны защищать ее любой ценой. Что делать мне? Ты останешься в крепости. Если они прорвутся внутрь, мы все придем к тебе на помощь. И речи быть не может. Я сумею о себе позаботиться. Никто в этом не сомневается. Но ты помнишь, что самое важное в охоте на чудовищ? Выждать удобный момент. Потом я дам тебе амулет. Используй его, и на место, где ты стоишь, упадет огненный шар. Это так, на всякий случай. Что еще у нас в запасе? Раз вы собрались поохотиться в лесу, я бы мог приготовить волчьи ямы, как у синих полосок. Это как? Чертовски глубокий, одно уставлено острыми кольями. Я привез махакамскую смесь.
горит, как адская сволочь, и липнет ко всему. Бочки можно расставить в узких проходах и подпалить, когда придет нужда. А вы знаете, что у вас под ногами залежи газа? Можно было бы открывать трещины в земле и устраивать взрывы. Однако для этого мне нужно подготовиться. Есть лаборатория и мастерская. Помни, запасы у нас ограничены, а времени мало. Нужно решить, какое оружие против охоты нам нужно в первую очередь. Верно. И в мастерской, и в лаборатории мы можем приготовить только что-то одно. Кому-нибудь что-нибудь нужно в мастерской? Я собирался залатать пролом в стене. С другой стороны, инструменты нужны, чтобы расчистить арсенал. Расчистить? Разве тебе не сказали? Года два назад рухнула крыша. А там были отличные мечи. Нам бы пригодились. И не мешало бы замуровать те дыры, иначе осада может быстро закончиться. Нам понадобится оружие, способное пробить латы дикой охоты. Надо заняться арсеналом. Не забывай о лаборатории. Я уже начал готовить эликсиры. Хотелось бы закончить работу. Я мог бы наделать больше ведьмачьих ловушек, но мне понадобится все оборудование в лаборатории. Нас мало, так что ловушек нам понадобится как можно больше. Сомневаюсь, что мы успеем сделать что-то еще. Ну, все обсудили. Да, у нас мало времени, так что за работу. Подведем итоги. Йеннифер создает магический барьер и задерживает первый удар. Она оттесняет всадников в лес. Ламберт и Геральт ждут в лесу. При помощи двимерита они закрывают порталы навигаторов, чтобы как можно меньше всадников проникло внутрь крепости. Трис ждет сигнала и по отмашке устраивает всадникам огненный ад. Остальные отражают натиск тех, кто все-таки проникнет за стены. Если что-то пойдет не так, мы оставляем внешний двор и отступаем в крепость. И самое главное, Цири не должна попасть в руки Иридина. Теперь посмотрим на план крепости и обсудим все в деталях. У меня такое ощущение, будто мы упустили что-то важное. Не думай об этом. Что готово? Времени было мало, так что немногое. Вы все сейчас здесь не нужны. Не волнуйся ты так. Выше голову, мы справимся. Меня беспокоит, что у нас мало мечей из метеоритной стали. Хватит на всех. Смотри, что отыскал тебе Весемир. Гномское лезвие, гарда эльфской работы. Пройдет сквозь латы, как нож сквозь масло. Спасибо за все. Пойду седлать коней. Когда будешь готов ехать в лес, приходи.
Видишь? Началось. В лес. Когда все кончится, скажу Йеннифер спасибо. Это заклинание просто нечто. А еще невидимость. Гончие могут тебя учуять. К ним не приближайся и помни, в бою тебя будет видно. Кстати, отличные вышли бомбы. Целься точно в портал, не трать их попусту. Двимерита у меня больше нет. Ян говорила, что Ирден тоже может закрывать порталы. Они уже здесь. Идем поздороваемся. Не спеши. Пока что лучше не высовываться. И дать Трис возможность проявить себя во всем блеске. В следующий раз, прежде чем я захочу разозлить Меригольд, лучше сразу дай мне по башке. Ямы Роше. Все просто отлично. Отлично. Если мы не пойдем. Еще. Они перестраиваются. Видишь командира? Это Имлерих. Я помню его по тем временам, когда сам ездил с дикой охотой. Ах ты, сука, невидимость проходит. Что там с Меригольд? Зараза.
Ты должна была ждать внутри! Я не могу все время прятаться. Я должна с ними сразиться. Назад! Немедленно! Нет. Геральт подал сигнал, а Трис ничего не сделала. Холера! Давай к ней!
Большой отряд подходит из леса. Надо запереть ворота, пока они не ворвались. Не геройствуй! Геральт, мигом к Ламберту! Мы договаривались, что он откроет ворота. Они пока закрыты, значит... Он справится. А мы должны помочь Трис. Скотина! Спасибо. Если бы не вы, было бы тяжко. Нам пришлось отступить. Они пытались пройти через главные ворота. Боюсь, в следующий раз у них получится. Что с Эскелем? Надо отходить! Он в беде. Я иду к нему. Помни про камень, который я тебе дала. Thank you.
Видишь? Я тоже так умею. Она была сидеть в замке. Ха. Тогда кто спасал бы твою задницу? Спасибо. Надо открыть им ворота. Открыл ворота. Можно отходить. Отходим. Что ты здесь делаешь? Уже не имеет значения. Они проходят сквозь щели. Примеритовые бомбы. В ящиках у стен есть еще. Геральт, держи! Я затворю круг жизненной силы. Нужно закрыть портал, иначе мы погибнем.
Беги! Она тебя не бросит. Вы, люди, так непрактично. Сири! Нет! Я запрещаю! Вечно ты никого не слушаешь. Мне всегда это нравилось. Я
Я не успела ему помочь. Это не твоя вина. Я не должна была бежать в Каэр Морхен. Авалак слаб, но жив. Трис перевязывает остальных. Я чуть не убила вас. Чуть не убила всех. Если бы не ты, мы были бы уже мертвы. Нет, Геральт. Если бы не я, Дикая Охота никогда не пришла бы в Каэр Морхен. Надо готовиться к погребению Весемира. Не вини себя. Ни один ведьмак не умер в своей постели. Ты не знаешь, как это, когда ради тебя умирают те, кого ты любишь. Мы все знали, на что идем. Да, и спасли меня. Только надолго ли? На неделю? На год? Мы спрячем тебя, заметем следы. Нет. Хватит прятаться. Лафайль. Для тех, кто остался, смерть никогда не должна быть важнее жизни. Проститесь с другом. Когда закончите, соберемся на совет.